Но я противник интернета, чтобы дети уходили туда. Потому что интернет – это просто большая яма, которая негативная, так сказать. Родители должны, наверное, как-то контролировать, проверять интернет и проверять своих детей. Ну, бывает, смотрят, когда, например, сижу я. Ну, бывает, вот сижу я вот у брата в интернете. Ну, бывает, смотрят, что я там делаю и что вообще, что смотрю. Ну, я, в общем-то, плохие-то вещи не смотрю, а только нормальные фильмы. Ну, я много все нормально смотрю, так что у меня родители, бывает, не ругают. Я слежу за теми сайтами, в которых она находится. Как правило, это какие-то игры, ну и там выскакивают тоже разные рекламы. Вот я всегда ее ограждаю от этого. Ограничить надо от интернета его подальше куда-нибудь. Ну, вот как? Ну, надо воспитывать. Чтоб говорить все это ему надо, вот туда нельзя. Если хороший пацан, то будет вообще слушать мать, отца и все такое. Ну, контролировать, мне кажется, невозможно. Просто сначала беседу провести с ребенком, а так очень сложный вопрос, потому что интернет такая штука, где все открыто.